Война – это страшная штука, и даже врагу не пожелаешь, как бы… Я до сих пор не могу поверить, что это все правда. У нас очень красиво, этот город очень тяжело забыть, и тяжело его… Что же с ним сделать? Когда они приземлились, был очень громкий взрыв. Бомба – это между церковью и между моей школой. И школа взорвалась. Ну, она не полностью, но что-то от нее осталось. Да, кусочки там подпадывали. Но люди христианской культуры могут стрелять по церквям? Нет, конечно. Ну, у меня в голове не укладывается, и я не могу поверить в то, что это вот все именно так, как оно есть. Я понимала, что это Россия, там все. Но я не понимаю, как это может быть. Вот не понимаю. Девочки мои там, подружки, которые остались в Харькове, я им звоню каждый день, говорю: девочки, ну не сидите, вы что делаете, приезжайте. Есть же поезда, которые сейчас, это мы выезжали за деньги, а сейчас, ну, можно, есть же эвакуирующие поезда, которые в разные концы развозят людей. И они просто не верят, что это такое может быть, что она говорит: ну как я приеду, я там никому не нужна. Я говорю: ну ты что, ты приедешь, тебе помогут, тебя поселят, тебя как бы не оставят. У нас люди не верят, что такое может быть просто. Да, успокойся, все. Просто. И так жалко, что они сидят там до сих пор в подъездах, в домах и, ну, не верят. Они думают, что они никому не нужны, что вот это их единственное спасение, сидеть и просто, ну, просить на Бога надеяться. Потом, когда мы уже наконец-то перешли границу, здесь мы куда-то вообще окунулись в совершенно другой мир, других людей. Как бы камень с души. Мы сначала уже. Саша вообще очень напрягся, он не понял, как такое может быть, что подходят люди, предлагают помощь. После этого дома мы искали его дедушку, и тут подъехал и он, спросил, как мы, где мы остановились, что нам нужно, какие у нас проблемы. Сразу сказал, что все, сейчас мы едем, забираем оттуда ваши вещи из Кожевица, переезжаем сюда, я вас тут поселю. Тут замечательная вот Татьяна, которая предоставила свою квартиру. Ну, мы собираемся вернуться в Харьков, когда все закончится, надеюсь, все закончится, и будем восстанавливать Харьков с нуля, скажем так. Созвонимся, и все будет хорошо. Все. Не переживайте. Бог на свете есть. И все поможет, поможет. И еще вот эта ваша девочка, какая она... Она боевая. Боевая, очень боевая.